Среди похищенных на фестивале Nature Party девушек нет россиянок. Пропавшую в Израиле девушку, которая была подписана именем Елизавета Прудникова, на самом деле зовут Карина Притика, и она из португальского Лиссабона. По предварительным данным, путаница с именем произошла потому, что Елизавета Прудникова была указана в качестве контакта для связи. Вместе с Кариной на фестивале пропала еще одна девушка – Майя Хайм. Информация о ее пропаже также распространяется в соцсетях. Авторы многих пабликов предположили, что именно Елизавета Прудникова была похищена боевиками Хамас. В качестве подтверждения публиковалось видео, где она рассказывала, что является студенткой ГИТИСа, но после года учебы ушла из института и играет на нескольких музыкальных инструментах. Однако, по нашим данным, эта девушка не пропадала и даже не находилась в Израиле. К слову, посольство России в Израиле постоянно проверяет информацию о пропавших россиянках, но по нашим данным к ним пока не обращались родственники, считавшиеся пропавшей Елизаветы Прудниковой и Ольги Пильник, чьи имена появились в публикациях у израильских блогеров. Таким образом, информация пока не подтверждена. Также в соцсетях распространяется список якобы пропавших девушек из разных стран, однако уже несколько из них сообщили, что с ними все хорошо. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.